Ну что, уважаемые друзья, всем привет! С вами Юля и канал New Technology. Сегодня я буду говорить о компании Meizu, которая, несмотря на трудности, не сдается, за что ей уважение и респект. И она, как и обещала, официально презентовала свой новый флагманский смартфон Meizu 16S Pro. И так как эта модель является продолжением линейки Meizu 16S, то, как и ожидалось, в плане дизайна новинка с приставкой Pro напоминает прошлую модель с приставкой S. Все тот же узнаваемый стиль корпуса с очень тонкими рамками экрана без каких-либо нововведений, вроде вырезов, отверстий и выдвижных камер. Однако, если сравнивать устройства между собой по внутренним техническим характеристикам, то будет понятно, что Meizu 16S Pro идет дальше предыдущего смартфона этой линейки в развитии тех идей, которые хочет видеть производитель в своем новом флагмане. И самое привлекательное для каждого пользователя – это очень хорошее соотношение цены и технических характеристик, что в принципе и получилось у Meizu. Их новинка выглядит очень даже привлекательно. Все доступные ссылки на продажу смартфона, если таковые имеют место быть, мы располагаем в описании под видео и на нашем сайте newtech37.info. Ну а я, уважаемые друзья, возвращаюсь к своему обзору и буду говорить о том, что же представляет собой эта новая модель Meizu 16S Pro. Как я уже говорила, внешний дизайн похож на предыдущий Meizu 16S. На тыльной стороне все так же слева расположен блок, но теперь уже с тройной камерой, так как Meizu 16S Pro получил дополнительный третий модуль, вокруг которого и расположили кольцевую светодиодную вспышку. Надо сказать, что это первый смартфон Meizu с тройной камерой. Справа находится качелька регулировки громкости и кнопка питания. Снизу USB-порт, микрофон, под решеткой основной динамик и слот под две SIM-карты без возможности замены на карту памяти microSD. Сверху только микрофон с функцией шумоподавления. И снова обошлись без 3,5-мм разъема для подключения наушников. Пластиковые вставки под антенны спрятаны на торцах. Что касается внешнего оформления, то производитель заявляет о применении технологии наноуровневого вакуумного испарения из 7 слоев для разных цветовых решений своей новинки, чтобы дать мягкий перелив цвета в зависимости от угла обзора. Плюс защита с обеих сторон с закаленным стеклом и металлическая рама по торцам для укрепления корпуса. Компания не изменила себе и оставила небольшой отступ вверху дисплея всего 7 мм, куда и поместила фронтальную камеру, динамик и скрытый от глаз датчики приближения, освещенности и индикатор уведомлений. Помимо небольшой верхней части, компания делает упор на очень узких рамках экрана, всего 1,43 мм. Meizu 16S Pro имеет большой 6,2-дюймовый дисплей с матрицей Super AMOLED от новейших технологий линейки Samsung 5-го поколения, разрешением 2232 на 1080 точек, плотностью пикселей 403 на дюйм и нестандартным соотношением сторон 18:6:9. Сам экран занимает 91,53% всей площади фронтальной панели, имеет яркость 430 кандел на метр квадратный и контрастность 100 000 к 1, что гарантированно даст отличное качество просмотра контента при любом освещении. Также цветопередачу можно настроить под себя, выбрав подходящий вариант из 4 предложенных пресетов. Прибавлю сюда еще и отличный цветовой охват – 103% цветового пространства NTSC и 96,1% стандарта DCI P3. Но и это еще не все. Дисплей этого аппарата имеет высокую частоту обновления сенсорного слоя – 160 Гц. И поддерживает технологию DC Dimming, которая обеспечивает автоматическую настройку яркости экрана OLED в соответствии с окружающей средой. Сертификат VDA Blue Latch подтверждает надежную защиту глаз от вредного синего цвета. Блокирует до 33% негативно влияющего на глаза синего излучения. В дисплее используется технология OnCell, которая позволит сенсору быстро отвечать на запросы пользователя, а сам экран будет лучше передавать цвет изображения. В сам дисплей, уважаемые друзья, встроен модуль оптического отпечатка пальца нового поколения, который, по заверению Meizu, срабатывает на 25% быстрее предыдущего. При этом сканер без проблем реагирует на прикосновение мокрыми пальцами. По словам представителей компании, скорость распознавания составляет всего 0,15 секунды,
а точность распознавания отпечатка 99,5%. Также можно использовать отпечаток пальца в оплате на Alipay, в системе WeChat и для разблокировки приложений. Что касается основной камеры, то теперь она состоит из трех модулей. Первого – 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586 с шестилинзовым объективом размером матрицы 1 к 2 дюймов, светосилой f1.7 размером пикселей 0,8 микрон с технологией объединения четырех смежных пикселей в один большой размером 1,6 микрон для получения более четких снимков в ночное время. Но не забываем, что разрешение камеры снижается с 48 до 12 мегапикселей. Второй сенсор тоже от Sony IMX350 на 20 мегапикселей с пятилинзовым объективом, светосилой f2.6 и размером пикселей в 1 микрон. И третий сенсор Sony IMX481 с шестилинзовым объективом, углом обзора 117 градусов и диафрагмой f2.2. Есть четырехосевая оптическая стабилизация изображения, трехкратный оптический зум, улучшенный автоматический HDR, эффект боке, мягкое многоканальное шумоподавление, ручной режим съемки, который позволяет управлять выдержкой ISO, режим непрерывной съемки, панорама, режим ночной съемки Super Night, функции искусственного интеллекта для автоматического распознавания сцен, такие как портрет, ночная сцена, текст, животные, фейерверки, зеленое насаждение, голубое небо и другие для максимального улучшения качества фотографий. Есть режим макросъемки с расстояния всего 2,5 см. Запись видео осуществляется в разрешении 4К 60 кадров в секунду и замедленное 480 кадров в секунду. Новинка оснащена фазовым автофокусом и кольцевой шестисегментной двухтоновой вспышкой. За качественные селфи, уважаемые друзья, отвечает 20-мегапиксельный пятилинзовый модуль от Samsung с апертурой f2.2. Новый алгоритм красоты ArtSoft с функцией искусственного интеллекта автоматически проанализирует ваш возраст, пол, текстуру кожи, чтобы обеспечить более подходящий именно вам эффект натуральной красоты. Также режим HDR+, с улучшенной передачей цвета на изображении. Поддерживается разблокировка телефона по лицу пользователя в дополнение к отпечатку пальца под экраном. Ну и функция Face Recognition второй версии добавит поддержку шифрования приложений и документов, обеспечивая двойную защиту данных. В качестве операционной системы, уважаемые друзья, используется Android 9 Pie с оболочкой Flyme OS 8. Модель поддерживает фирменную технологию повышения производительности в играх Hypergaming, а также новую интеграцию технологии тактильной обратной связи M-Engine 3 версии, которая имеет в своем составе более 100 разных типов обратного отклика. Также присутствует обновленная версия OneMind, разработанная совместно с Манчестерским университетом, которая поможет запускать приложение на 30% быстрее, чем это было на предыдущих аппаратах. Поддерживается управление жестами, благодаря которым можно будет управлять устройством на 67% эффективнее. Для достижения стереоэффекта в смартфоне одновременно используются мультимедийные и разговорные динамики. Первый для средних и низких частот, а второй для высоких. С помощью меню Squire Sound можно применять различные эффекты, а также настроить частоты под себя с помощью эквалайзера. Также производитель заявляет о Hi-Fi усилителе встроенного независимого цифроаналогового преобразователя. И прибавим ко всему вышеперечисленному еще и технологии, отвечающие за звук, заложенные в самом Snapdragon 855+. Так что проблем со звуком в новом флагмане от Meizu не будет. В плане начинки, уважаемые друзья, компания установила лучшее флагманское решение 2019 года. Это Qualcomm Snapdragon 855+. Созданный на основе 7-нанометрового технологического процесса FinFET с низким энергопотреблением и графическим ядром Adreno 640. Сам чип имеет 8 ядер Крио 485, разделенных на 3 кластера. Большое ядро работает на частоте 2,96 ГГц. Три высокопроизводительных ядра имеют максимальную частоту 2,42 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра дают производительность на частоте 1,8 ГГц. Есть отдельный движок, отвечающий за искусственный интеллект, плюс 6 или 8 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти формата UFS 3.
Из интересных особенностей отмечу использование медных трубок с охлаждающей жидкостью для того, чтобы аппарат не перегревался и не терял производительности во время игр. Сама новинка по официальной версии в тесте AnTuTu набирает свыше 470 тысяч баллов. Meizu 16S Pro оснащается батареей на 3600 мАч. Поддерживается быстрая зарядка M-Charge нового поколения мощностью 24 Вт. Зарядное устройство соответствующей мощности входит в комплект поставки. Meizu обещает до 13 часов активного использования своего аппарата на одном заряде. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE. Поддерживается Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающий в двух диапазонах, и технология 2x2 MIMO. Также присутствует Bluetooth 5 версии и модуль NFC для бесконтактных платежей, что наверняка порадует многих пользователей. За навигацию отвечают системы двухдиапазона GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Габариты самой модели составят 151,9 на 73,4 и на 7,65 мм при массе 166 граммов. Новинка поступит в продажу в четырех вариантах цветового оформления. Это белый, зеркально-черный, темно-зеленый и градиентный. Продажи начнутся 31 августа. Цены выглядят следующим образом. 6 и 128 гигабайт обойдутся в $376. За 8 и 128 гигабайт будут уже просить $418. А вот за 8 и 256 гигабайт придется отдать $460. Что можно сказать в итоге, уважаемые друзья, так это то, что Meizu 16S Pro получил более производительную платформу и стал лучше в плане камер, сохранив при этом все остальные параметры. Это и качество сборки и материалов корпуса, хороший экран, стереозвук, оптическая стабилизация, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Android 9Pie с оболочкой FlyMOS 8 и модуль NFC. Мало того, радует, что стартовая цена улучшенного Meizu 16S Pro на сегодняшний день на $100 ниже той, с которой стартовал Meizu 16S. Словом, есть о чем подумать, глядя на такой аппарат. Повторюсь, что все доступные ссылки на продажу аппарата мы располагаем в описании под видео и на нашем сайте newtech37.info. Ну а на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрит и слушает нас. Оставайтесь с нами и не пропустите наш следующий обзор. Комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь те, кто еще не подписался на наш канал. При этом не забывайте нажать на колокольчик, чтобы одним из первых получать новое видео с нашего канала. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока!